5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас стоит базы Мацаце, или как-то так называется, для которой понадобится одна С4 и 3 обычных топора. И это не та база. Или та, или не та. Не-не, это та, все правильно. Значит, те ящики, я не знаю, открывать их стоит? Нет, ну, если будете открывать, еще плюс 2 топора запишите. Но там, по-моему, ничего такого нету. Основные ящики, 4 штуки, находятся вот здесь. Итак, готово. Начнем, пожалуй, с этих ящиков. Еще можно вот этот тоже сломать. Так, тут пусто, окей. Здесь это заберу, это у меня украли. Что еще тут есть? Молоточек пускай будет. Это если что для топора себе сделать. Если топоров тут не найду, уже сделанных. Тоже ничего. И тут фильтр, который у меня сперли. И еще один молоточек можно забрать. А, и алкоголь, который у меня также украли. Ладно. Идем сюда вовнутрь. Так, пикап есть что-то? О, камни. Найс. Значит, дерево найти будет классно. Топорик смогу скрафтить. Так. Ключи, железные слитки, дубовые доски, алюминиевые слитки, 2 красных талона, это у меня украли, это, по идее, у меня 3 штуки украли, ну, заберу 6, что, воду заберу, больше меня ничего тут не интересует, второй ящик доски, а вот тут, в принципе, есть топорики, так что это отпадает, вот это заберу, металлолом пускай будет. Один боксит забирать не буду, гвозди заберу. Так, еще 2 ключа, еще 2 фильтра. Это у меня украли. Вот, кстати, весь лут, который был, только фильтров было 2, этих было 3 штуки. Если вдруг кому это интересно. Так, и последний ящик. О, так вот сделаю. Так вот, все. Кожа тоже неплохо. И больше ничего. Вот мне напомню, что в верстаке тут было что-то полезное. Посмотрим. Да. Я оказался прав. Так, а в плавильне вот не помню. Что-то лежало тут, нет. Ага. Давайте вот так, вот так. И вот это мы заберем. Даже, по-моему, байка не понадобится. Единственное, что осталось, это сломать еще один верстак тут. Верстак, а плотницкий стол. Может быть, тут что будет, нет? Нет, еще плавильню можно грохнуть заодно. О, слитки, нормально. Ну, в принципе, блин, я не знаю даже, стоит того базы сиськи или нет. Ну, решайте сами, хотите взрывайте, не хотите не взрывайте. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.